Очередная полезность под номером 2 с риторическим вопросом «Штопор или крестовая отвертка?». Дилемма о том, что лучше иметь штопор или крестовую отвертку в относительно малорядных ножах Victorinox, существует, сколько я на ножевом форуме вот эти швейцарской ветки нахожусь, все время она проскальзывает периодически, то ее забывают, то опять появляются оппоненты, спорщики и давай. Одни аргументируют, что штопор лучше, потому что можно вино открыть, другие аргументируют, что крестовая отвертка лучше, потому что можно винты открутить. То есть понятно, что сторонники есть и той теории. Я даю более универсальную оценку и более универсальный ответ. Мой ответ, по моим, так сказать, собственным предположениям, работает в 9 из 10 случаев. Это довольно высокая степень, 9 из 10, а значит, ее можно взять за основу. Лучше иметь штопор. Объясняю, почему. Для этого закрываем крестовую и штопор на обоих ножах. Значит, все малорядные ножи все равно имеют консервный ключ. И вот этот нож, и солдат 110-миллиметровый. Не имеют только компакт, у которого комбо-открывашка, и еще там несколько моделей. Но мы говорим о глобальных, о тех ножах, которые все-таки более популярны и более распространены. Значит, все прекрасно знают, что вот этот консервный ключ обладает на конце маленькой отверткой, которая предназначена для раскрывания, для раскручивания крестовых винтов. Как больших, вот прекрасно встает, я это показывал, и в принципе не я только это показывал, это многие видели. Поменьше размера, то есть она сюда встает. Еще меньший размер, она сюда заходит. Если брать совсем маленькие винтики, то она сюда уже не заходит. То есть вот каким-то углом, разве что можно ее попробовать. Но если шахта, то этого угла можно и не получить. Да и вообще, если шахта, то этим устройством можно туда и не влезть. Вот. Но более того, если взять крестовую отвертку вот эту, то она тоже в этот маленький винтик может и не войти. Получается, тоже она для него достаточно большая, крупная эта отвертка. Поэтому, скажем, такие винты мы открутить уже тоже не сможем. Как этой, так и этой. Поэтому, значит, в этом плане, значит, мы имеем симметричные инструменты. Что же получается? Почему же тогда штопор? А штопор по следующей причине. Все прекрасно знают, что существует вот такая часовая отверточка, которая навинчивается на штопор и всегда находится при ноже. Так вот, вот эта отверточка может спокойно откручивать малые крестовые винты. И такие, и даже при желании можно и такой попробовать крутить. Значит, и вот, например, для наглядности могу показать вот такую вот зарядку, которую я периодически использую для вот таких вот обзоров. То есть, скажем, вот этим, понятно, сюда не залезть, особенно вот тут шахту и подавно. Ну и здесь высота позволяет, но консервный нож не возьмет. Но более того, вот эта штука тоже не возьмет. Здесь находятся маленькие винты, которые она не берет. А здесь, например, шахта, в которую она вообще не входит. То есть это обыкновенное электронное устройство, которое у многих есть дома. То есть, что ж тогда? А тогда на помощь придет вот эта маленькая отверточка, которая достаточно прочная. И позволяет эта толщина сюда войти. Вот я зашел в шахту, зацепился за винт, и вот я его начинаю крутить. Вот я его кручу. Сейчас попробую ради эксперимента полностью его выкрутить. Значит, то, чего я не сделаю крестовой хваленой отверткой вместо штопора. Так, идет. Так, уже почти. Выкручиваем. Есть, выпал винт. Таким образом, вот мы справились вот такой отверточкой. Более того, эта же отверточка, она позволяет, например, и крутить вот такие маленькие винтики, как на часах, вот, например, на Casio. Вот я схватил и кручу вот этот винт. В то время как, например, эта отвертка сюда просто, ну, понятно, вообще не подходит. Поэтому ответ штопор или крестовая отвертка в 9 из 10 случаев лучше штопор, потому что вы имеете на ноже и так крестовую отвертку для больших крестов, для больших крестовых
винтов. А также можете иметь маленькую отверточку, в которой можно выкручивать малые крестовые винты, а также миниатюрные винты в часах, в очках и в других устройствах, где они могут встретиться. Более того, вы при этом все-таки имеете и тот штопор, который все-таки иногда, ну, может пригодиться, и не только для открывания бутылок. Ему предназначение находит, как там, может быть, там веревки развязывать или еще какие-то есть необычные предложения. Если какие-то встречу, то обязательно сниму отдельное для этого видео. Крестовая же отвертка вот здесь, она может быть нужна только там, где действительно есть шахта глубокая, позволяющая ей туда пролезть. Или еще там, где, например, все-таки винт закручен силой, и, например, плоским откручивать проблематично, потому что можно все-таки свернуть голову, а когда все-таки полноценная крестовая отвертка, то усилие надо меньшее приложить на каждую грань, соответственно, меньшая вероятность сворачивания. Хотя, опять же, если винт сильно закручен, это довольно чревато, потому что все равно тут поуродует кончик этой довольно мягкой отвертки. Поэтому окончательно мой совет, что в общем случае, если вы не связаны вот с таким, что у вас где-то попадаются вот такие глубокие шахты с большими винтами, именно, потому что если с маленькими шахтами, она же все равно сюда не выйдет. С маленькими шахтами как раз надо вот эта вот отверточка в штопоре находящаяся. С наружными винтами крестовыми, которые все-таки больше встречаются, распространены, достаточно консервного ножа. Вот у меня светильник стоит, в нем вот этот консервный нож, вот я прекрасно вижу, вставляется в эти вот 6 крестовых, вот этим можно открутить, даже не этим. Вот, в эту зарядку можно маленьким. То есть получается штопор и крестовая отвертка более универсальна в общем смысле, чем крестовая отвертка на спине. И она работает, может, действительно в одном случае из 10, когда вот эти вот есть винты с шахтами. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Ответ – штопор.